have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Ладушки. Привет, привет! Играем мы сегодня с вами в Murder. Я забыл, что мы третьего лица. Ты кто? Я байстендер, но у меня есть револьвер. Я Питер. А, в смысле, я Лима. Очень приятно. Так, где ты, Лима? Убийца? Ты убийца? Я не убийца, но здесь все орут, беги за свою жизнь. Ой, кого-то убили. Кто убивец? Я без понятия, но там кто-то крикнул. Лина, ты женщина? О, привет, Лина. Лима. Это Лима. Так, Жоселин. Кто ты там говорил? Я Питер. Очень приятно. Так, November. А, ты у нас это, Counter-Strike-овец. Я? У тебя скин Counter-Strike. Я буду бить всех этим конусом. Блин, где убийца? У меня есть револьвер, я могу его грохнуть. Но я не знаю, кто это. Ой, Анна, это монстр. Анна. Ты уверен? Да, это Анна, она черная. Ну она реально. Это потому что она черная, да? Так. Жасмин. Тучи конус. Блин. Это я была Анна? Анну, ну ладно. Главное, что вы играли. Монстр. Почему монстр? Убийца же, не? Убийца, но это выглядело как монстр. Она вся была черная, с красными глазами. Что с пистолетом? Черным ножом. А, Запад? Все байстендеры с секретным оружием. Тикий Запад, да. О, я гольф. Гольф. Ненавижу этот режим. Режим в этой игре. Что с моим пистолетом? Кто-то стрельнул быстрее меня. Ну, ты надел ауру желтую, поэтому твой пистолет такой желтый и золотой. Фига себе. Он состоит из золотой чаши. Ты вообще кто? Я Булл. Я Сандра. Сандра? Женщина? Сандра Булка. Нет, блин! Да, наконец-то, я убил какую-то лягушку. Ты шея? Шея. Я Гульф. Гульф? Гульф. Кило! Джонни. Джейков. Я тебя убил! Ты меня не убивал. Нет, ну не тебя. Я убил, в смысле, чувак меня выстрелил. Моника, перестань. Нет, не делай этого. Давай я сделаю это. Все. Ёлки-палки, я тебя заметил. Но заметил буквально на полмиллисекунды. Поздно было уже. Слушай, это прикольно. Это прикольно. Ури! Есть! У меня здесь 5 киллов. У меня тоже 5. Сандра, нет! Долф! Сандра, это я! Все, стой! Да блин, я сидел, говорю, все! Я случайно! Я смог убить Амельку. Как я промазал, чтоб тебя... Ты меня убил. Нет, это не я. Давай не будем тимиться. Это будет нечестно. Чё здесь все такие? Нет, Джейкоб, нет, чувак! Здесь все такие сенсовые. Есть! Здесь какой-то чувак вообще чё-то меня убил. И Джейкоба и Шея убил. Перестаньте меня убивать! Почему? Почему? Хорош, из меня свинца делал. Ах, как я... Ай, выстрелил в упреждение, не попал. У меня настолько много пулек, что я могу стать свиньей из свинца.
Умри! Ну же! Нет! Это было очень близко! А! Я отомстил в тебя! Стреляли. Я убил этого Кика! А! Откуда? В смысле, где? Одиннадцать киллов, да! Блин, круто, на самом деле. Пятое место, но круто, мне очень понравилось. Вот это веселый режимчик. Я до сих пор могу убивать людей, даже когда я нифига не вижу, что ли? Да. А, нет, не могу. Фу. Так. Это было красиво, кстати. Так, байстендер. Я тоже байстендер. О, я клоун, браво! Я Лима опять. А я браво. Где ты, Лима? Браво! Офигеть! А! Меня убили. Кто? Дайте мне найти. Ай, кого-то убивают! Кто это был? Это мама. Это мама. Мама убийца! Мэри! Нет, мама! О, мама. Да, это мама. Это мама. Мама. Так, тут был ломик где-то, он всегда был зеленым предметом. Дайте ломик. Я был таким крутым чуваком. Я был клоуном под названием Браво. Все должны были говорить мне Браво. А она взяла и убила меня. Блин, она там до сих пор тусит. Дайте револьвер. О, ломик. Ломик. Лима, стой, мне нужно найти какой-то предмет, чтобы ты увидел меня. Блин, тут вырезали вот эту площадку. Она, по-моему, раньше больше была с вертолетной высоты. Пицца. Дайте мне стать пиццей. Как я хочу стать пиццей? Так, ну-ка. Валим сюда. Я хочу пиццей быть, как мне вообще? Ты помнишь, как мне стать предметом? На И вселяться, если... А, И. Да, да, это И. Угу. Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, карамба. Какой тебе пирог больше нравится, сладкий или соленый? Не знаю. Тогда я буду бургером. Бургер. Блин, мне нужно найти... Я Браво! Я бургер Браво! Погоди, здесь панкейки есть? О, я панкейки, все. Так, мне нужно... Мне бы револьвер получить, на самом деле, было бы хорошо. Скушайте меня кто-нибудь! Я же на панкейке... Я взял револьвер, но не успел его вытащить! Блин... Ай-яй-яй! Я панкейки, браво! Панкейки от компании Браво. Панкейки от корпорации Ланч. Да. Так, Джек. Ах ты мелкая. Я купил ящик с катанами. О, мне попалась классическая. Мне попалась классическая катана. Поздравляю. Кто я? Блин, это картошка, это кокос, это булка. Что это за текстура такая? Я лучше буду пирогом. А я Браво. Эй, о, привет, Лима. Привет. Все. Как по мне, соленый пирог повкуснее будет. Мясной какой-нибудь. Да. Нуб. Нуб. Как он может нубов пугаться, а? Так, байстендер, да-да-да. А я еще не понимаю, кто я. Тоже байстендер. Блин, так классно бегать по... Блоксикола! Почему здесь везде так много бутылок, блоксиколы и энергетика? Мусор. Это какое-то мусорное место. Да. Я говорю, так классно бегать по картам. А, кто? Я юниформ. По картам арсенала, ну то есть это ромбы, которые все это делают. Я юниформа, понял? Я одежда. Одежда без застежки. Нет, моя блоксикола. Все, останешься без блоксиколы.
О, я нашел мою блоксиколу, надо ее выпить. Это я вообще был ближе Bluetooth к всему. Блютуз от Nokia. Да, я. Ой, меня король преследует, мне страшно. И Сандра меня преследует. Это перестаньте я. Меня преследовать. Ага. Ну понял, знаешь, ты нормальный. Откуда ты знаешь? Король до сих пор меня преследует, Альфа. Мне страшно. Блин, мне нравится, как они тут... О, Виктор. Мне нравится, как они имена выбирают. То есть имена реально такие запоминающиеся, прикольные. Все бегут за этим шерифом, они так хотят его убить. София, Альфа, Танго. Какая вкусная блоксикола. Все, у меня пистолет. Так, убивай. Блин! Я не того убил. Да. Я промазал. Байстендера убил. Я убил своего клона, нет. Марк? Ты кто такой? Так, байстендеры выиграли. Танго был в этом убийце, ладно. Танго и Панда. Кэш. Танго и Кэш. Я униформой был, я самого себя убил, как я мог. Фига себе рифма. Блин, кстати, я за победу байстендера даю 500 очков, прикольно. Много чего-то. А, ну, за проигрыш 100 очков, за победу 500. Кстати, надо найти радио, там же показывают, это, там говорят всякие интересные факты по радио. Джон Вик. Что здесь Джон Вик делает? Что он здесь забыл? Ну он убивает. Это Мэн убийца. Я был Мэном, а это... Чикен Мэн. Мэн убийца, понимаешь? Я был Мэном, а она взяла и замаскировалась под меня. Мэн, это желтый чувак, который похож на ниндзя. Софья... Желтый ниндзя, да, это убийца? Да. Человек-ниндзя. Ниндзя-человечки. Радио. Я нашел радио. Радио активный. Мэн приближается к вам. Чувак. Мужик к вам приближается. Ну, я очень рад за него. А чем мне... Блин, тут вход забаррикадирован. Там выйти можно, там улица, я тут бы даже протиснулся. Вы не офигели? Проход закрыт. Да, веточка на дороге лежит такая, проход закрыт, придется пойти в проход. Стреляй. Все, теперь это оранжевая лягушка. В смысле теперь? Ну, это... Как он сдох? Я только что его... Софья. Ой, Уин. К тебе оранжевая лягушка приближается. Мэк. Дино, тут все сдохли? Какая-то комната трупов. Блин. Второй раз. Успеваю подобрать револьвер и не успеваю его выхватить. А если... Я уйду отсюда, понимаешь? Я через вентиляцию уйду. Ты живой? Нет, я радио. Я радио с мозгами. Я умное радио. До чего дожили? Раньше были умные телевизоры, умные телефоны, даже умные холодильники. Теперь пришло умное радио. Мэн. Помогите мне залезть! Стой, погоди. Смотри, иди сюда. Так, я тебя вижу. Вот, я радио. Ты же понимаешь, что ты не сможешь? Что? Ты хочешь на меня залезть? Нет. Залезь! Залезь на меня! Вот, я такая большая штука, когда ты на меня залезешь. О! Понял? Стой, вот, залезь! Стой, есть. Я думал банкой стать, а не мусоркой, ну ладно. Да, залезь на меня и потом прими это, облик банки. Я не могу принять облик банки. Давай я... Все, я на тебя сейчас залезу. Мусорные приключения просто. А куда мусорка испарилась? Я тебя не вижу. Здесь нету тебя возле этой лестницы.
нуб. Кто-то постоянно такой, нуб. Так, я горячая картошка! Горячая картошка? Нет, 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 это горячая картошка на зоне режима. Я Тайрон. Блин, я почему, Джо. Почему мне дали черное имя? Я не хочу быть с черным именем. Белый чувак с черным именем, серьезно. Я Джо. Чем ты со мной гоняешься? Где ты? А, я понял, то скелет. Ага, я понял, почему это горячая картошка. Слушай, походу ты горячая картошка, реально. Мне передали. Мне надо взять горячую картошку. Блин, это было на время, печалька. У меня было 2 выстрела. Я Джо. Так, хорошо. Так, только попробуйте меня стрельнуть, надо прятаться. Я знаю здесь одну топовую нычку, которую знаю только я. Так, ты кто там? Я Джо. Джо. Джейкоб. Ларри. Вот, а чувак сгорел на работе. Люпита. Блин, здесь коробки Джасмин. Двигаются. Есть Джасмин, а есть Джессалин. Офигеть. Я говорю, выбор имен здесь офигительный просто. Индия. Ой, я вижу картошку. Джо, ой, я тебя вижу. Ты же понимаешь, что если ты станешь картошкой, тебе придется срочно кого-то убить там за 10 секунд? Да. Хорошо. Конечно, понимаю. Ой-ой-ой. Так, в общем-то, сейчас мне надо залезть под дерево. А, уйди! Нет, не трогай меня! Если он тебя не убьет, он сгорит. Да пусть он сгорит! Так, возможно, тогда ты станешь следующей картошкой. Да иди ты нафиг! Он взял, попал меня в самый последний момент, когда он уже почти сгорел. Кварталы, районы. Они не дали мне залезть на крышу. Твари. Твари. Я мог с помощью машины залезть сюда, потом залезть еще. Джасмин коробочка. Джасмин. Что? Почему? Она и коробка, и человек. Ну ладно. Я хочу быть большой коробкой. Ларри! Я Джо! Я про другого. Ларри... Это, передал, я рядом с Ларри. Я вижу, вижу тебя. Вас тут... А, вон еще один чувак, далеко-далеко. То есть тут двое чуваков, и там где-то я далеко, понял, что надо пусть. Было сделать. Надо было притащить все до коробки и потом залезть на крышу с помощью коробок. Если бы ты стал картошкой, все это было бы зря. Блин, режим на самом деле очень крутой, очень офигительный, но просто я в нем сразу не разобрался. Умудрился в последнюю секунду буквально убить. Так, здесь Индия, Иван. О, здесь Альфа есть. И Омега. Альфа и Омега. Так, ладно. Байстендер. Я когда-нибудь стану убийцей? Нет. Точно, я же сейчас могу залезть на крышу в самое время. Так, ты кто? Я Дана. Лили. А ты Лили. Понял. Ты Лилия. Так. Ну, блин, эта карта, кстати, довольно-таки тяжелая для байстендера, потому что... У меня почти уровень. Я могу стать... Значит, не тут. Точно, надо притащить коробку. 2 коробки. 3 коробки. Да я прям умный такой. Серьезно? Да. Смотри, в ушах не колупайся, мозги вылезут. Я забрал коробку, она была зеленая. А? Что? Коробка сварилась. В смысле? Нет, 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 Дана, блин. Дана? Дана убийца? Нет, она мне забрала зеленую штуку из подноса. Так она, я Дана. Она вор! Ну я не вор, я Дана. Это я Дана. Я знаю. Так. Надо поставить коробочки, чтобы залезть. Кое-какое место. С другой стороны, здесь можно много зеленушки найти, это прикольно. Так что это не такая уж проблема. Так, нужна еще одна большая коробка. Ты что там, переезжаешь? Да. Мне нужны коробки, я переезжаю. Собираюсь свалить с этой карты.
Да. В смысле нет. Блин. Блин. Тут труп. А кто труп? Мэн. Мэн. Is dead man. Ой, я, кстати, десятый уровень. Мэн. Нет, нет. Дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан. Блин. Блин, какая-то женщина. Тупой Дино, она разрушила абсолютно всю мою лестницу. Я же видел, что в меня нож прилетел. Так глупо спалиться, блин. Морти убийца. Морти? Чувак в шляпе. А где же Рик? Нету его здесь, он его уже убил. Он ходит, просто убивает людей вон. Просто убивца. Э, коробка. Это ты, Сиера? Stink Juice? Вонючий сок? Офигительное имя. Серьезно, просто название года. Э, коробка, иди со мной. Stink Juice. Я взял, устырил человека. Как я мог? Как ты мог? Такое, знаешь, открываешь свое заведение. Я копил на это 10 лет. Мне нужно выбрать название, чтобы ты, оно блин, точно купилось. Ты, блин, тупая коробка. А, убийца! Убийца коробок? Он хотел украсть у меня коробки. Он же не хотел украсть у тебя душу. Спасите! У меня пытаются украсть мои коробочки. Я Дана. Да, я вижу. Я девушка, а не чувак. Белая чувак. Спасите! Он преследует меня? А ты последний на карте. А где пистолет? Помоги, найди мне пистолет. Блин, я даже без понятия, где пистолет. Забери эту тыкву, но не меня. Забери тыкву, жертвенная тыква. Это плашачка сейчас, блин. Ну и че он тыкву не забрал? Ладно, ребята, в общем, такие у нас сегодня были веселые побегушки. Спасибо, что были с нами. Увидимся в следующих сериях. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладно, что ли? И всем покеда.